Спасибо, Галина Юрьевна. Итак, уважаемые коллеги, прогрессирование на фоне адъювантной терапии, что делать? Сегодня уже Анна Игоревна достаточно хорошо рассказала о том, что действительно безрецидивная выживаемость на фоне таргетной терапии, на фоне комбинированной, на фоне терапии ингибиторами PD-1, она достигла достаточно значимых результатов, но тем не менее у части больных возникает прогрессирование опухолевого процесса. И причем прогрессирование может быть как в виде локального рецидива, так и в виде отдаленных метастазов. Понятно, если у пациента возник локальный рецидив, то в первую очередь хочется удалить этот рецидив и затем уже провести повторно, решить вопрос об адъювантной терапии. И, как правило, возобновление той адъювантной терапии после полной резекции остается спорным вопросом ввиду того, что сейчас в настоящее время отсутствуют какие-либо перспективные исследования. Если же у пациентов возникают отдаленные метастазы, то, конечно, выбор терапии будет зависеть от нескольких факторов, в том числе от сроков прогрессирования, когда произошло прогрессирование процесса менее 6 месяцев от окончания терапии, либо более 6 месяцев, либо на фоне терапии, если у пациента БРАФ мутация, какой режим применялся, имеет значение, конечно, особенности пациента, его желание лечиться. И на сегодняшний день мы, конечно, ждем перспективные исследования, такие как вот Сакамбит, исследования ERTC, которые еще пока дали только промежуточные данные, с чего же начинать, с иммунотерапии или с таргетной терапии в случае метастатического процесса. И хочется сказать, что на сегодняшний день мы имеем рекомендации ESMO, консенсуса ряда авторов, ведущих специалистов по поводу того, какую тактику принимать при локальных формах меланомы и при метастатической форме. Последние вот рекомендации были освещены в конце прошлого года. Что же мы делаем при прогрессировании заболевания после адъювантной терапии? Во-первых, уже как я уже говорила, зависит от того, какой выбор терапии был предпринят. Если у пациента и в какое время произошло прогрессирование процесса, промежуток времени менее 6 месяцев после окончания терапии, либо после 6 месяцев после окончания терапии. И если вы обратите внимание на этот график, то в случае, если пациент получал анти-PD-1 терапию, то и время до появления прогрессирования заболевания менее 6 месяцев, то в этом случае первичной опцией является применение у BRAF-мутированных пациентов использование комбинации БРАФ и МЕК-ингибиторов. Вторая уже опция может быть рассмотрена как ипилимумаб с ниволумабом, и следующая – это ипилимумаб. Если же у пациента нет мутации БРАФ, то в таком случае более оптимальным режимом может служить ипилимумаб с ниволумабом комбинация, либо ипилимумаб. Если же у пациента более позднее произошло прогрессирование процесса, возникновение рецидива после 6 месяцев после окончания адъювантной терапии, то здесь решение вопроса может несколько измениться, но в принципе оно тоже достаточно похоже и на первые случаи. У BRAF-мутированных пациентов мы выбираем, тем не менее, терапию, комбинированную таргетную терапию, а во втором случае это ипилимумаб с ниволумабом, и может быть использована анти-PD-1 терапия как в монорежиме и использование анти-CTL4 препарата и ипилимумаба. Если же пациент не имеет BRAF-мутации, то, как и в первом случае, если более ранний рецидив заболевания, наилучшая опция – это использование комбинированной иммунотерапии и иписнива. Затем может быть рассмотрена опция монотерапии анти-PD-1 и использование ипилимумаба. Если же пациент получал у нас адъювантную терапию
получал комбинированную терапию, таргетную терапию, то в этом случае, конечно, нужно, в случае, если рецидив возник в короткий период после окончания терапии, адъювантной терапии, конечно, здесь продолжать таргетную терапию нецелесообразно, нужно переходить на иммунотерапию. Здесь может быть рассмотрен вопрос как монотерапия антипедиадин, так и комбинация пелюмаба с ниволумабом. А если вот уже прошло более длительный период, здесь все-таки авторы ЭСМО, вот эксперты ЭСМО считают, что в лучшем случае применить ипилимумаб с ниволумабом в первую очередь. Вторая опция – это может быть рассмотрена монотерапия. И если действительно время прошло достаточно много, то можно опять вернуться к таргетной терапии. И, конечно, в комбинации это анти-БРАФ ингибиторы и анти-МЕК ингибиторы. И последняя опция рассматривается ипилимумаб. Какие же исследования проведены были и на что мы можем опираться? На АСКО прошлого года профессором Хаушилдом были представлены данные. Сегодня уже Анна Игоревна на этом останавливалась. Что же получали пациенты в большинстве своем случаев после прогрессирования, после добрафениба с трометинибом? И в любом случае где-то 50% пациентов, 40% и в плацебо-группе 50% пациентов получали какую-либо терапию. И причем системного характера терапия проводилась в группе, которые получали таргетную терапию, более трети пациентов. В настоящее время опубликовано несколько исследований, которые подтверждают ту или иную точку зрения. Например, мультицентровой анализ проведен по поводу исследования адъювантной терапии, прогрессирования пациентов после адъювантной таргетной терапии. Участниками стали 21 центр, и включено было всего 85 пациентов. И обратите внимание, что в основном пациенты прогрессировали после завершения уже таргетной терапии, почти 80%, и только 20% на фоне адъювантной терапии. А медиана времени до первого рецидива достаточно большая, она более года, равняется полутора годам, причем у некоторых пациентов время до прогрессирования исчислялось 5,5 годами. Такие же результаты и касаются медианы времени до появления отдаленных метастазов, то есть проходило достаточно большое время, медиана равняется 19 месяцам, и у некоторых пациентов возникали метастазы, отдаленные метастазы почти через 5 лет, но у некоторых пациентов, которые не чувствительны к лечению, к таргетной терапии, оказалось, у них возникали достаточно ранние рецидивы заболевания через 3 месяца. И, как правило, пациенты получали адъювантную терапию в течение 8 месяцев, и отдаленные метастазы были у преимущественно большинства пациентов, локорегиональный где-то в 30% и смешанный у небольшого количества пациентов. Как лечили первые рецидивы? Если это был локальный рецидив, больным проводили и лучевую терапию с паллиативной целью, хирургическое лечение у четверти пациентов, в сочетании операция с лучевой терапией также. Но отмечено, что если пациентов лечить без системной терапии, то прогрессирование здесь уже у 85% пациентов. Поэтому системное лечение всегда должно присутствовать. Но по тому анализу, который проведен, только системную терапию получали 33%, и у них тоже возникало прогрессирование процесса. То есть лечение первого рецидива желательно, чтобы оно было комбинировано, и прогрессирование в таком случае было только у четверти пациентов. И какую же терапию лучше выбирать на фоне, если пациент прогрессирует на фоне таргетной терапии, то, как видите, здесь наибольший ответ, конечно, на сочетанной иммунотерапии ипилимумаб с ниволумабом, либо терапия, монотерапия антипедиадин. Причем общая выживаемость у пациентов достаточно остается высокая. Двухлетняя выживаемость 70%, и, например, на сочетании ипилимумаба с ниволумабом она достигает 92%.
Если посмотреть на общую выживаемость пациентов, которые имеют первый рецидив после адъювантной таргетной терапии, то, как видите, он зависит в первую очередь от того, какая терапия проводилась. Наибольшая выживаемость у пациентов, которые комбинированную получали иммунотерапию ИПОС и ПИСНИВА. И, конечно, еще зависело от того, была ли завершена адъювантная терапия полностью, либо прогрессирование возникло во время адъювантной терапии. Какова тактика, когда пациент получал иммунотерапию? Тут тоже опубликовано исследование, в котором участвовало 16 центров, и более оно обширное, это более значимое, не более значимое, а более численное по количеству введенных пациентов. И здесь уже прогрессирование процентов, прогрессирование процесса после адъювантной терапии отмечено было у 17% пациентов, то есть у 47 из 850 пациентов. И обратите внимание, если мы там говорили, что на фоне адъювантной терапии небольшое количество пациентов прогрессировали, то тут на фоне иммунотерапии прогрессировало уже 76% пациентов, причем 24% после завершения с медианой чуть больше года, и 15% прекратили лечение ввиду токсичности. И время до первого рецидива, здесь уже медиана времени до первого рецидива, несколько ниже, чем на таргетной терапии, где-то 4,5 месяцев. Но у пациентов отмечается также отдаленные метастазы в большинстве случаев и локорегиональные метастазы в 43%. В общем-то, практически одинаковые группы. Как лечили локорегиональные рецидивы после адъювантной терапии, иммунотерапии? Да, в основном применяли оперативное вмешательство где-то в половине случаев, но и участие пациентов оперативным вмешательством лечение сочетали и с лучевой терапией, и с системной терапией. Какой же ответ был наибольший? Если пациент прогрессировал на фоне адъювантной антипедитерапии, то наибольший ответ был, конечно, в комбинации, убрав позитивных пациентов, 78% было отмечено, набрав ИМЕК-ингибиторов. Если больной уже проведена была иммунотерапия, здесь эффективность таргетной терапии была равнялась 90%. И, конечно, возобновлять терапию, которая только что проводилась, она была равна эффективность 0%. То есть никто не отвечал. Таким образом, подводятся итоги, что, конечно, большинство пациентов получали системную терапию. И еще раз подчеркну, что возобновление той терапии, которая уже была в короткие сроки, оно не работает абсолютно. На что еще хочется обратить внимание, какие интересные данные сейчас мы имеем после АСКО-20. Надеюсь, что в этом году мы будем получать и другие данные. Например, как себя вести, когда пациент получал адъювантную терапию ПД-1 в реальной клинической практике и имеет прогрессирование. Идти на ипилимумаб монорежиме, например, как вот предлагалось, такая опция есть, либо идти на комбинированную терапию. И в одном из исследований участие пациентов из 355, которые были с распространенной формой, были часть больных, которые получали адъювантное лечение. Что показало это исследование? Во-первых, конечно, объективный ответ был намного выше у тех пациентов, которые получали сочетанную терапию ипилимумаб с ниволумабом. 32% против 13% те, которые получали ипилимумаб. Если говорить о токсичности, то посмотрите, она практически соизмерима. 30%, 31% против 33%. И если смотреть по общей выживаемости, конечно, опять же, выигрыш идет в пользу комбинированной терапии и ПИСНИВА. 53% пациентов переживают полуторалетний рубеж против 25% пациентов, которые получают только монотерапию. Опять же, как себя вести, убрав позитивного пациента и убрав негативного пациента, комбинации или монотерапии? Как видите, наибольший ответ у тех пациентов, которые не имеют мутацию БРАФ и получают затем комбинацию. У них rate response 37%, и наименьший ответ 10% на ипилимумабе на монотерапии. А вот у мутированных пациентов, те, которые имеют мутацию БРАФ, у них, в принципе, эффективность, rate response практически одинакова, чуть больше 20% на комбинации или на монотерапии ипилимумабом. Если еще один вопрос, что выбирать, комбинированную или монотерапию при прогрессировании адъювантной терапии, 44 пациента были
проанализированы, и рейт-респонс, опять же, лучше у тех пациентов, которые получали комбинированную терапию не в осыпи. Поэтому что мы делаем, какой мы делаем выбор в случае, если пациент прогрессирует на фоне адъювантной терапии или после ее окончания терапии? Конечно, первое, что мы должны понять, что выбор индивидуальный однозначно. Он зависит от режима адъювантной терапии, он зависит от сроков прогрессирования, от статуса БРАФ. По поводу PD-L1 вопрос остается, конечно, спорным. На сегодняшний день вопрос абсолютно нерешенный, он не является стандартным выбором. Конечно, состояние пациента и его выбор пациента, это очень много значит. И для BRAF-позитивных пациентов выбор достаточно большой. Это может быть иммунотерапия, как комбинированная, так монотерапия. Могут быть использованы, если длительный уже прошел промежуток, мы можем вернуться к таргетной терапии. И на сегодняшний день в Российской Федерации зарегистрирован триплет использования иммунотерапии с таргетной терапией. Здесь тоже может обсуждаться эта возможность. А вот для BRAF-негативных использование либо иммунотерапии, терапия в сочетании, либо монотерапия. Большое спасибо за внимание, уважаемые коллеги. И еще обращу ваше внимание, что скоро будут белые ночи. Действительно, через пару месяцев откроется форум. Он состоится с 21 по 27 июня. Целую неделю будем заседать. И будет сессия, посвященная меланоме. Я думаю, что мы продолжим свою дискуссию. Спасибо.